какова наша школа, отлично показал Максим Питкевич в одном из лучших боев турнира, одолевший ахматовца Якуба Берсанукаева. Я считаю, это, наверное, один из самых лучших поединков. Это было бы, такой бы поединок был бы украшением любого профессионального турнира. Это две школы, да, две школы. Вот то, что мы говорим о том, что чеченская школа, единоборств, вот такая вот, напор вперед, да, сломать, переломать такие. И белорусская школа. Движение в сторону, зазывание вторым номером, проваливание противника, тут же его наказать надо, да, концовка в эпизоде, постоянная попытка изменить темп, раз он противника прикармливает, расслабляется, уже взрывается, опять расслабляется, вызывает на себя, уходит в сторону. Это такие многие моменты сложные, да, это моменты, которые отличают белорусскую школу от других. И чеченец молодец-то, и шел вперед, и такие сильные удары, он сломал нос. Отличное впечатление, рад, что меня пригласили на такой турнир. Атмосфера шикарная, зал очень большой, много людей. Это, в принципе, и дало такой результат хороший. Начиная с боя Питкевича и Берсанукаева, турнир вышел на лучшую часть программы. Впереди зрителей ждала битва супертяжеловесов Эрдоган Кимайо, поединок с участием лучшего на данный момент белорусского бойца муай-тай Дмитрия Валента и, конечно, сам Забит. Смотрите далее.